Народ с ликованием настроился на воинственную волну Ким Чен Ына. Ракетные войска КНДР приведены в боевую готовность. Не только базы американцев на Гавайях, но также Вашингтон и Лос-Анджелес находятся в списке целей, которые на экстренном совещании минувшей ночи изучал лидер КНДР. Так Пхеньян отреагировал на полеты бомбардировщиков США в районе своих границ. Эскалация напряженности была спровоцирована ядерными испытаниями в КНДР, единогласно осужденными Совбезом ООН. Новый виток конфликта вызывает обеспокоенность России. Нас беспокоит то, что наряду с вот этой адекватной реакцией Совета Безопасности, наряду с коллективной реакцией мирового сообщества, предпринимаются вокруг Северной Кореи и односторонние действия, которые, в общем-то, выражаются в наращивании военной активности. Мы можем просто ситуацию упустить из-под контроля, она сползет в такую спираль порочного круга. Пхеньян назвал полеты американских бомбардировщиков в рамках учений Южной Кореи и США провокацией ядерной войны. На одном из полуофициальных сайтов КНДР появился пропагандистский анимационный ролик, который демонстрирует врагам, что ждет их самолеты и города.